Здравствуйте! Совсем недавно у нас выходило видео про Владимира Кехмана, человека многогранного, который начинал свой жизненный путь в бизнесе с бананов. Его называли даже «банановый король», и до сих пор, правда, называют. А сейчас он топ-менеджер театральный, поднимает театры разные по всей России на новую высоту, не только творческую, но и, можно так сказать, архитектурно-дизайнерскую. То есть, ну, делает капитальные ремонты. Вот в МХАТе имени Горького, где Кехман директор с 2021 года, намечается очередной ремонт. В 2024 году стоимость почти миллиард. Мы уже говорили об этом в прошлом видео. Проблема только в том, что там одна компания заявилась. И эта компания РСК «Ренессанс» Марата Каргинова опосредованно связана с Кехманом. Кехмана у него есть все-таки свое представление о прекрасном. Он запретил на сцену МХАТа выходить Киркорову, который... А Киркоров — это не только поп-король, это народный артист России. За вечеринку голую в Мутаборе запретил выходить на сцену МХАТа. Он, как только пришел МХАТ, я имею в виду Владимир Кехман, разорвал контракт с Бузовой, с Ольгой Бузовой, певицей. Певицей, актрисой. А еще он попросил уйти художественного руководителя на тот момент, Эдуарда Боякова, из-за того, что у него были не очень хорошие отношения с Татьяной Дорониной. Вот посмотрите видео. Татьяна Васильевна, смотрите. Оп! И нет его. Вот так Владимир Кехман срывает портрет бывшего худрука МХАТа. Ну, все из-за их отношений, я имею в виду бывшего худрука и Татьяны Дорониной. Вот он там прям на видео и говорит. Люблю вас очень. Спасибо вам большое за все. Вы знаете, есть такая тенденция, когда Владимир Абрамович Кехман на новый уровень поднимает творческий театр или на архитектурно-декоративный уровень, всегда там присутствует, в этих госконтрактах, которые эти театры, связанные с Кехманом, объявляют, всегда присутствует один поставщик. Он по-разному называется, но он всегда один. Ну, Владимир Абрамович, ну сделайте хотя бы там 2-3 компании, пусть они, ну, для виду заявляются на конкурс. Все будут связаны с вами, но выигрывать всегда будут разные. Хотя бы не так будет заметно, но тут просто уже вопиюще. Вот некоторые схемы, которые приписывают Кехману в Новосибирске. Поставка париков, костюмов и декораций обошлась бюджету еще почти в 45 миллионов рублей. Опять закупка у единственного поставщика и опять юрлицо из культурной столицы. ООО «Возрождение». Поставка напольного покрытия для постановки «Золушки» – это 7 миллионов рублей. И снова единственный поставщик, и снова питерское ООО «Зеркало сцены», которое отыграло контракт на более чем 500 000 000 рублей. Михаила Скоперна и снова в топ-5 заказчиков. Поставка реквизита, декорации, электробутафории – 8 миллионов рублей. Естественно, у единственного поставщика. И угадайте, откуда? Верно, Санкт-Петербург. И обратите внимание, практически все контракты выигрывают конторы из Питера. И почти все аффилированы между собой, как победители госконтрактов с «Новатой» и Михайловским театром. О, «Возрождение», о, «Орликин», о, «Михайловское» связано с Геннадием Галицким. Ну, смотрите, один поставщик, всегда один поставщик. И даже компания РСК «Ренессанс» в ремонте МХАТа, она одна. И, допустим, вот в Перми, галерея художественная пермская, тоже обратился один заявитель, РСК «Ренессанс». И вот компании, которые так или иначе связаны с Кехманом, Владимиром Кехманом, они сотрудничают с РСК «Ренессанс». Вот посмотрите на вот эти суммы. Тут и МХАТ 1 миллиард, и кукольный театр 341 миллионов, и Эрмитаж, ну тут 25 миллионов, Михайловский театр 746 миллионов, там он художественный руководитель, администрация губернатора Питера 171 миллион, Новосибирская госконсерватория 783 миллиона, ну и там другие там немножечко по миллиону. И вот я задаюсь вопросом, а как так? Ну вот даже особо не прячась, одна компания заявляется на конкурс, его выигрывает чаще всего, конкурсы не маленькие, не то бы сказать, что остальные компании брезгуют такими суммами, да, там миллиард, сколько-то миллионов. Да тут бы желающих столько нашлось поработать на Эрмитаж. Даже на Эрмитаж 25 миллионов. А я уж не говорю про МХАТ, почти миллиард, там 928 миллионов. И вот после того, что было и есть, то есть начинал он когда-то банановым королем, компания разорилась, он сам разорился, чуть не сел. Уголовное дело в отношении него было, потому что кредитные деньги пропали куда-то. Кокаин 120 килограмм, который нашли в корабле, который перевозили бананы, принадлежащие Кехману, тоже как-то все прошло. И вот эта вот тенденция, что всегда
один поставщик на госконтрактах, которые так или иначе связаны с Кехманом, всегда один поставщик. Имена меняются, директора меняются, но они просто так или иначе связаны с Кехманом. Вот что ему позволяет не тонуть, а наоборот, как птица Феникс, возрождаться и, в общем-то, неплохо себя чувствовать. Не тонет он. И в следующей части я попытаюсь рассказать, почему такое происходит. До свидания.